Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. Это видеопроект «Интересный понедельник». Я его ведущая, психолог Ирина Соловьёва. И сегодня у нас тантра. Практики тантры, тантра в современном мире. Обо всем этом нам будет рассказывать прекрасный специалист по Сумати. Она имеет русские корни. Ее предки во время революции 100 лет назад уехали из России в Великобританию. Сумати родилась в Англии и с тех пор пожила в самых разных странах мира, где изучала психотерапию и духовные практики. Сегодня Сумати будет рассказывать нам о тантре, можно задавать вопросы, писать в комментариях, и также обязательно будет практика. Так что готовьтесь. Добрый вечер, Сумати. Good evening, Сумати. Hello, Irina and Kumal, Olga. Very happy to be here. Я очень рада быть здесь. Спасибо, что согласилась выступить. И сегодня голосом Сумати на русском языке будет замечательный переводчик, которого вы часто можете видеть в нашем проекте, Ольга Добродеев. Thank you, Сумати, that you took the invitation, and Ольга Добродеев will be the voice, the translation. И, наверное, самый первый вопрос, прежде чем мы начнем погружаться в практику тантры. Что же такое тантра? Потому что вокруг тантры и практик тантры, ну, есть очень много мифов, есть определенная заряженность в западном мире. Что же такое тантра на самом деле? So our, before we start any practice, so we'd like to know what is tantra, because in the modern world there are a lot of rumors and things going around tantra. What is really tantra? Okay, great. Well, there's two types of tantra, what we're talking about. One is ancient tantra. That is it's like a religion, a philosophy, a science of consciousness. И обычно мы говорим о двух видах тантры. Есть древняя тантра. Это больше такая философия. Это целая наука о сознании. It has its origins in the East, in Buddhist tantra, Hindu tantra, and traveled all through Asia and Afghanistan, Pakistan. And it was a mystical philosophy and practice that was about consciousness, really. It was about non-dual consciousness. И она зародилась на Востоке, в Азии, путешествовала через весь азиатский мир, также была в Афганистане, в Пакистане. И изначально, вот по своему существу, это недвойственное учение о сознании. It was really about realizing that the divine consciousness lives inside you, is part of your essence. It's not somewhere outside where you worship an external god and you try to have spiritual transcendence. That was not tantra. И в своей сути тантра говорит о том, что божественность, она находится внутри нас. То есть не нужно поклоняться какому-то внешнему божеству, какому-то внешнему существу. Наше существо, наша трансцендентальность, это все находится внутри. It didn't basically have so much to do with sex and sexual practices. И по своему существу тантра, она не была особо связана с сексом или сексуальными практиками. But it did have to do with the understanding of Shiva and Shakti, which was the union of the male and female principle. Но она была очень о понимании Шивы и Шакти, это единство мужского и женского принципа. But Tantra evolved, and as more and more Westerners started to be interested in Eastern philosophy and religion, но тантра развивалась, и по мере того, как больше и больше западных людей интересовались восточной философией и религией, a new form of Tantra started to emerge, which was called Neo-Tantra. It's not classical Tantra, it's Neo-Tantra. И развилась новая форма тантры, называется нео-тантра. То есть это не классическая тантра, это новая тантра. And partly this evolved, I'll tell you what it is. It's a Western new religious movement that's influenced by Eastern esoteric religion, particularly tantra. То есть и по существу это новые эзотерические влияния и направления западные, которые подверглись воздействию эзотерики Востока и, в частности, тантры. Because when we hear the word tantra in the West, we immediately think of sex. We don't immediately think of consciousness and meditation.
our association has become that tantra equals sex. А то есть, когда мы на Западе слышим слово «тантра», то мы незамедлительно думаем о сексе. То есть нам не приходит в голову сознание или вот какая-то религиозность. Нет, у нас как-то в понимании, что тантра равно секс. And because the neo-tantra emphasizes the sexual aspect of tantra, when people are attracted to tantra, they're not so much attracted to the meditation and to understand the nature of mind. То есть, и поскольку нео-тантра так сильно связывается с сексуальностью, с сексуальными практиками, то когда человек, ну, слышит тантру или приходит к тантру, он не так сильно заинтересован медитацией или наукой об уме. And unfortunately, the original tantra, which was the path of ecstasy, is now called sacred sexuality. It's almost like it evolved into something smaller than it was originally. И, к большому сожалению, вот изначальная тантра, которая была вот действительно по поводу экстатичности, проживания этого опыта, она стала сведена к священной сексуальности, то есть она стала восприниматься чем-то более узким, чем она была в самом своем истоке. Now, one of the attractive things about tantra was often it was a woman who was a tantric teacher, a tantric master. In the old texts, it was the woman who embodied the tantric message and transmitted it rather than being a patriarchal religion. И одна из замечательных вещей по поводу тантры это в том, что зачастую тантрическими мастерами были женщины. То есть даже в древних тантрических текстах очень часто про мастеров говорят в женском роде, то есть что это были женщины, и это было не патриархальное направление. And that was a lot of women's attracted to it, that women embodied this wisdom and they could impart it. And it was the perfect meeting of masculine and feminine energy that allowed this consciousness to flower. И это привлекало много женщин, потому что, ну, это, перед ним был живой пример, что вот женщина воплощает в себе эту мудрость. И таким образом в этом направлении совмещалась очень красиво и мужская, и женская энергия. И что позволяло всему этому и направлению, и сознанию расцветать. In the patriarchal cultures, women were devalued, and sex was mostly for men's pleasure, not for women. And it wasn't about consciousness. И в патриархальной культуре секс был очень как обесценен, и он больше был направлен на удовольствие для мужчины, не для женщины. И, ну, как вот, как-то вот все это, конечно, никак не связывалось ни с каким сознанием. I mean, my attraction to it in the early years was because it was the cult of the great goddess. It really understood that women, for women, the tantric path is natural. They have it in their bodies, they have it in their souls, and they have to spread it in the world. Unfortunately, it's not that anymore. Чем меня очень привлекала тантра в мои ранние годы, потому что в то время тантра это был вот культ женского, культ женщины, вот проживание всей этой энергии, вот женской мудрости, женской энергии и, ну, действительно такой божественности. Но и, к большому сожалению, сейчас, ну, сейчас этого уже нет. Now, the complicated part is that in tantra, they have a map, which is the chakra map. That's in Hindu tantra, also in Tibetan tantra. And consciousness has to move through the chakras. And a man and a woman, because they are polarities, can support this movement through the chakras. But it's not about having bigger and better sex. It's about working with sexual energy, bringing it to higher levels of consciousness and purification. И вот, как вот какая есть замечательная вещь в тантре, что тантре Индии, что тантре Тибета, что там есть карта, которая основывается на системе чакр, и духовный рост тантре также связан с тем, чтобы энергия поднималась вверх по этим чакрам. И поскольку полярность чакр у мужчины и женщины разная, то работая вместе, они могли замечательным образом дополнять друг друга. So that's basically it, and it is still a most amazing body of knowledge, there are amazing texts, there's incredible practices,
But it's a devotion. It's not that you do it for a weekend and that's it. It's a path. It's a devotion. И это как-то не столько даже связано с сексом. И это направление до сих пор есть, но это путь преданности. Это, там есть священные тексты, там есть вот эти практики. Это то, чему ты себя посвящаешь, что этому отдаешься. Это не такая работа, что, ну, группа выходного дня, и я тантрист. Okay. Good. I hope that helped a bit. Я надеюсь, это немножко помогло понять лучше. Да, спасибо. А вот современная психотерапия часто интегрирует в себя восточные практики. Интегрирует ли современная психотерапия тантру и каким образом? Вот, например, ты и психотерапевт, и тантре. Modern psychotherapy often integrates Eastern religions and techniques in it. And so, could you say that about tantra? Does modern psychotherapy take some tantra stuff into it? For example, you are both psychotherapist and also a tantric woman. Yeah, it does. I mean, they don't necessarily go together. They're not like made like this. But you can adapt aspects. Да, интегрируют, но они не так, что прямо они переплетены друг с другом, но можно адаптировать определенные аспекты. So let's start with the psychological aspect. One of the main psychological aspects of Tantra is about acceptance, to accept yourself as you are. И давайте начнем с психологического аспекта. Один из основных психологических аспектов Тантры – это приятие. Приятие, принимать себя таким, какой ты есть. Which is really non-dual philosophy. It doesn't say this is good and this is bad. This is high and this is low. Basically, acceptance, what we take from this is to accept all aspects of life because ultimately life is non-dual. И это действительно учение недвойственности, потому что здесь нет что-то, что хорошо, а что плохо. Приятие, оно принимает все, что происходит. Это действительно недвойственность. И жизнь сама по себе, она действительно недвойственна. And the other amazing thing that we've adapted from Tantra is also part of Jungian psychology, which is animus and anima, yin and yang, the sacred polarities. И также адаптированная часть Тантры, которую мы взяли в психотерапии, она также с юнгианской психологией перекликается, это инь-янь, это вот мужской и женский полюс и священный союз. And you know, one of the things is in the West we are obsessed with finding the outer lover. All women are looking for the perfect man who will fulfill all their needs, and all the men are looking for the perfect woman who make them completely happy and fulfilled. И в современном мире мы очень одержимы поиском внешнего партнера. То есть женщины очень заняты поиском того самого идеального, кто удовлетворит все ее потребности. И мужчины тоже. Вот та самая вот, с кучей параметров, из которой вот, он испытает вот это удовлетворение. You know, the real teaching of Tantra is that as you evolve your consciousness, you meet your inner lover. And there's that internal meeting that is the ecstasy, where the yin and the yang come together, but in your consciousness, in your body, not always looking for the outer. So the teaching is that what you're looking for on the outer is what you're really looking for on the inner. Но как раз философия и практика тантры говорит об внутреннем союзе, когда вот мы соединяем эти полярности внутри себя, и вот этот экстаз, это единство происходит как внутренний опыт. То есть что говорит также нам учение тантры, что то, что мы ищем вовне, оно находится внутри нас. Right, so what that really means is what we teach people, the path of Tantra and in psychotherapy, is to turn your attention inwards, to become more mindful, more conscious of yourself, of your body, of your impulses, of your tendencies, to have more intimacy with yourself. It isn't this, you know, you're going to find the perfect person out there who's going to fulfill all of your fantasies. You know, that's simply childish.
И на самом деле, чем перекликается и тантра, и современная психотерапия, это как раз этим разворотом внимания внутрь. То есть действительно, чтобы не все время быть так сфокусированным на внешнем поиске, на том, чтобы найти вот, человека, который нас удовлетворит, наши потребности извне, а чтобы действительно стать более осознанным, более наблюдательным, медитативным. И действительно все больше вот, переживать это внутри. Потому что действительно ожидать в том, что, ну, ожидать то, что встретится вот такой идеальный человек где-то вовне, это очень по-детски. And the last thing that Tantra really offers is a teaching about being present, being in the present moment, not fantasizing, not getting caught with all the, you know, all the dramas of the mind. It really is about learning to tame the mind, to still the mind. It's really, really a deep meditation practice. И еще один очень важный момент тантрического учения – это действительно вот эта вот неподвижность ума, тишина ума, это быть присутствием, не погружаться так сильно вот в фантазирование, в различные вот эти вот штуки, которые происходят в нашем мышлении, в нашем уме. А действительно вот практика присутствия в моменте, практика быть сейчас, практика спокойствия ума. And that's where the sexual thing came in, because the tantrika said, in that moment of sexual meeting, of sexual orgasm, there is no time and no mind. It is your first deep experience of meditation. And so that's why they said, work with sexual energy, because once you already have a natural experience of timelessness and mindlessness, then you know what you're looking for. It's not about the physicality, it's about the consciousness. I mean, the physicality is fine, nobody says that's wrong. But if you only get stuck there, you miss the whole teaching. И вот именно здесь входит в игру сексуальность, потому что тантрики говорили, что первый естественный для человека проблеск состояния присутствия в моменте и отсутствия времени, отсутствия ума, это как раз оргазм, который можно пережить в опыте. И как раз они и говорили о том, что как раз секс и переживание оргазма могут помочь вот этот проблеск получить. Но это не нужно здесь впадать в заблуждение и считать, что это чисто ну, физические действия. То есть ничего плохого с физическими действиями нет. Но когда как бы, мы замыкаемся только вот физической составляющей секса, тогда да, мы теряем вот всю вот эту духовную составляющую, связанную с сознанием, связанным с опытом неума, связанным с этим присутствием. Say one more thing. And this is important because our normal sexuality comes out of a toxic culture. There's toxic masculinity, which is that men are in control, and toxic femininity is that women have to please men. They have to look good, they have to be a beautiful object, but they're not really in their deep power. They are there to please others. And this whole pleasing for women is a very disastrous thing to women's self-esteem. It really takes them down the dark road. И еще один очень важный момент, что современная сексуальность, она действительно очень токсична. Она исходит из токсичной среды, из токсичной мужественности, да, что мужчина сверху, мужчина главный, мужчина тот, кто решает. Из токсичной женственности, которая связана с тем, что женщина тот, который всегда ублажает мужчину. И вот сам этот поход, что женщина, она должна как все время ублажать, все время подстраиваться, все время как-то вот это все вокруг мужчины делать. Это действительно всю как-то женскую природу, всю женскую энергию просто вот сливает в унитаз. Yeah, it's so important for women because women have been trained to please men, to fulfill men's fantasies by being the perfect objectified sexual person, but not embodied, not empowered. And that's what attracted me to it. И также очень важный момент, что обычно женщин учат быть вот таким вот как-то сексуальным объектом для мужчин, быть вот в такой форме, в таком виде, чтобы ну, вот мужчине нравиться, чтобы мужчина получал удовольствие. Но это ну, совершенно не про женщину, не про ее природу, не про ее энергию. И вот именно это то, что меня изначально привлекло в тантре. Good. Next question. Следующий вопрос. Как, тебе понравился ответ? Как вот тебе? Это очень целительные принципы. It's really healing principles you're talking yeah, about. Very deep, deep, because it doesn't only heal the person, it heals the culture. Это очень глубоко. Да, потому что это помогает исцелить не только отдельного человека, но и всю культуру, потому что сама по себе культура очень токсична.
You know, women become obsessed with appearance and, you know, what manipulation, you know, women think, how should I get this man and how should I please him and what must I do? And they abandon themselves completely. And men also are not happy because they don't have a real person in front of them. They don't have a person. Потому что действительно это очень-очень такая очень большая проблема современного мира, потому что женщины, они стали одержимы своей внешностью, как они выглядят, как вот именно заполучить именно вот этого мужчину себе. И таким образом они как сами себя обесценивают, во-первых, а во-вторых, и мужчина тоже проигрывает в этом, потому что рядом с ним ну как нет вот реального человека, реальной вот этой глубины. Men maybe have power, they maybe have control. But they have no intimacy. There's no intimacy. Unless people meet as equals, there's no intimacy. То есть, может быть, мужчины, да, у них в руках власть, у них контроль, но нет близости, потому что близость возможна только тогда, когда есть равенство. Now, where neo-tantra is really interesting is ancient tantra, people who were tantric practitioners had no interpersonal relationship. They simply met as energy. In neo-tantra, we try to bring intimacy in. That we practice tantra, but we also in a relationship. We're a couple. We love each other. This is new. This was not part of old tantra. They just worked with energy. They didn't, and they had many partners as well, because they weren't trying to form a bond, an emotional, intimate bond. They were just using each other's energy for scientific purposes, you can say. И на самом деле это тоже очень как-то такое большое нововведение неотантры, потому что изначально тантры, они не были в отношениях. То есть они, можно сказать, в научных целях использовали энергию друг друга. Они, у них было сексуальное взаимодействие, но это было как практика, да, и у них не было вот таких вот именно отношений в том контексте, в которых мы сейчас понимаем. И также у них было много партнеров, да, потому что они, это для них была практика, ну, как бы, и не привязанность. А вот как раз нео тантра, современная тантра, она стала внедрять также сюда вопрос близости, который возникает в отношениях между людьми, и тогда можно тогда практиковать не только вот один партнер, другой партнер, а внутри пары, например. А, и следующий вопрос как раз, да, о том, что тантра в современном мире встречается в форме индивидуальной, парной и групповой. Возможно, кто-то раздумывает, вот, ну, куда пойти, да, в какой форме. Вот, может быть, с Мати ты чуть больше расскажешь про эти три формы, индивидуальную, парную, групповую, чтобы наши зрители, те, кто интересуется, могли сделать свой выбор. So, and from here comes the very next question is that I know there is individual tantra, couple tantra, group tantra, and maybe some of the people who are watching us, they're interested what to choose. Maybe you will tell a little bit about what is for what and do some. You know, gifts. Mm-hmm. It's really difficult. I think real tantra has to be practiced in the atmosphere of a spiritual path in the atmosphere of a place where meditation is your ground practice, where tantra, any form, individual, couple, group, is grounded in a really deep practice of meditation. And if that's not... Да, это очень сложный вопрос, потому что я действительно верю, что тантра, любая форма тантра, индивидуальная, парная, групповая, любая, она должна основываться на глубокой и искренней практике медитации. И если как бы этого нет, то... If it's not, then it's not really tantra, it's sex. It's a group where people play with sexual energy, where it's not wrong, where sometimes people get... more difficult things happen for them. Sometimes they do things that they don't feel good with, because a lot of people who have trauma, a lot of people who have abuse are attracted to these things because their bodies are so frozen. They can't feel so much. You know, most people who come through a normal conditioning around sex have some level of shame or trauma or abuse. And when these people move to tantra without the ground of meditation, often compromising situations happen. You know, sometimes the therapy leaders exploit the group participants. There's always the power dynamic. You know, the real tantra doesn't exploit a power dynamic. It is, может быть,
Действительно, очень много разных моментов. И дело в том, что люди, выросшие в современном сексуальном воспитании, в современной культуре, у них очень часто есть внутри много травм, стыда, вины и прочих вещей, шоков, связанных по поводу сексуальности. И поскольку у них очень часто бывает достаточно замороженное тело, их именно привлекает вот работа тантры, группы тантры, чтобы как раз почувствовать больше. Но как раз очень часто, когда отсутствует этот базис медитации, как раз с людьми на таких группах может происходить вещи, ретравмирующие их, да, или, например, которые слишком для них сильны, да, или неподходящий момент. Плюс всегда важен момент групповой динамики, потому что иногда такое бывает, что, например, ведущий группы, находящийся, ну, как бы в позиции власти, силы, он может эксплуатировать энергию участников. Такое очень часто бывает. И поэтому без солидного такого основательного базиса медитации под любой тантрической практики, ну, это будет просто секс и что-то вокруг секса. Это будет не тантра. You know, a lot of people come to tantra not for the meditation, but to heal their sexuality because they feel that they're repressed, they're traumatized, they can't feel a lot, and or to live out their fantasies. And often it isn't really safe. You know, people really need a deep, deep place of extreme safety to really be able to open to their sexuality, or it's just performance. И очень часто люди приходят в тантру не для того, чтобы действительно практиковать, а для того, чтобы что-то сделать со своей сексуальностью, исцелить ее, может быть, разнообразить, может быть, воплотить фантазии. Но чтобы реально исцелить свою сексуальность, нужно действительно, действительно такое вот очень-очень глубокое пространство защищенности, где это может проживаться, где это может исцеляться. So really, to go into tantra, we have to do a lot of cleaning, a lot of therapy, a lot of working on our shame, on our trauma, on our conditioning, on what it means to be a man, what it means to be a woman, religious conditioning, so many things. You really have to clean your mind before you can really do this. And a lot of the modern tantra doesn't do that. It just focuses on improving your sexual performance. Not all, some is really good and some is really compromised. И на самом деле, чтобы действительно пойти в тантру, нужно действительно предварительно себя очень хорошо почистить в плане обусловленности, да, вот культурных обусловленностей, личных, сексуальных обусловленностей, травма, стыд. Очень многие вот моменты внутри по поводу вот действительно какая-то вот чистота ума, чистота энергии, что такое мужское, что такое женское. Очень-очень-очень психотерапия, очень много предварительной работы, которая чаще всего в большинстве вот то, что называется тантрической группы, совершенно не делаются. Не все, но большая часть. So, you know, singles tantra, it's fun, it's like a party, it's like Burning Man. But real tantra, I think, is better to do with couples. То есть, и да, это вот больше как бы современные тантрические группы по улучшению сексуального функционирования, что-то такое, да, перформанс такое. И, ну, тантра в одиночку, да, когда ты практикуешь, ну, это немножко такое фан, да, для веселья, для этого, как Burning Man фестиваль, да, который проходит. Я вот больше верю в парную тантру. You know, and the problem is that modern tantra is very much linked to polyamory, to having many, many partners. Now, I'm older, so obviously that's not appealing to me. But to younger people, that's very interesting. You know, they don't only want monogamy. And in that way, the tantra is sexual experimentation, having many partners. But I wouldn't call that really tantra. I would call it sexual experimentation. И также, что привлекает молодое поколение чаще всего к тантре, потому что тантру очень часто связывают с полиаморными отношениями, да, когда у человека много партнеров, с моногамией, а полигамией. И я уже, ну, как бы сильно-сильно, как бы сказать, можно сказать, в возрасте, и мне это не очень отзывается, да, на данный момент. Но для молодого поколения я это очень понимаю. Сама эта идея пробовать разных партнеров с разными людьми и вот такое вот сексуальные эксперименты проводить. Но я бы сказала, вот с моей точки зрения, что это не совсем тантра. Это действительно вот сексуальные эксперименты. I mean, it's beautiful, and I think it's an important phase for people. But the real tantra is a deep, deep commitment to honor the feminine and to honor the masculine and to honor the act of sex as a space of sexual justice and power. It's sacred. You know, jumping around here and there, it's fun, it's needed, it's great, but I'm not sure that it's the real tantra.
То есть я совершенно это не осуждаю, я действительно, наоборот, считаю, что это важная стадия проживания своей жизни, да, экспериментировать с разными людьми и так далее. Но, честно говоря, я вот не уверена, что когда вот, ну, условно говоря, ты прыгаешь с партнера на партнера, что есть возможность действительно глубоко погрузиться в проживание женственности, мужественности, да, вот какой-то вот справедливости, какое-то равновесие между полами, какого-то глубокого единства. Все-таки, ну, как бы, мне все-таки кажется, что это больше вот такое в паре, чем, ну, вот как бы в открытых отношениях. And it's natural that people don't want this marriage for the rest of their lives. Of course people want more freedom. And I support that, absolutely. И, конечно, это абсолютно естественно, что современные люди не хотят вот брака до гробовой доски, они хотят больше сексуальной свободы. Это абсолютно естественно, я полностью это поддерживаю. У нас в России есть выражение «все, значит, никто». И действительно, когда очень много разных контактов, то человек иногда, ну, как бы распыляется в настоящем глубокий контакт, бывает там, где есть двое, а не миллион. I agree with you, and in Russia we have a saying that everybody means nobody. So when a person is all over the place, he is with nobody. And I also... And he's not with himself primarily. Да, и прежде всего, он не только ни с кем, но он не сам собой прежде всего. And Irina also believes that it's really the intimacy and tantra, it's really with somebody when there is connection. Yeah, it's very intimate, you're very vulnerable, so you can't really keep that level of depth and vulnerability with multiple people. Some people think they can, and maybe they can. I never managed. I don't want to judge it. It's really each person to find their own path. То есть, и действительно, как бы, но некоторые люди считают, что для них это возможно, возможно достигать определенной вот такой глубины с разными партнерами. Я допускаю, что такое возможно. У меня так не получилось. И я считаю, что этот вопрос абсолютно индивидуален. Ну, давай мы перейдем уже к практике тантры. Я думаю, yes. Well, what we're going to do is we're going to do a little breathing exercise to bring consciousness to your body. And to work with the breath, which is one of the most basic tantra practices. И что мы сейчас будем делать? Мы будем делать дыхательную практику, работать с дыханием. Это одна из самых базовых практик тантры. Okay. I want to use some music, which means I need to share screen, so the host must give me the possibility to do that. Да, дайте ей возможность делиться демонстрацией экрана, чтобы она могла музыку включить. Okay. Host disabled participant screen share. Okay, all right, so now how do I share the screen? Here we go. Okay, so we're simply going to have a little music and I'm going to show you a very simple breathing exercise that you can do anywhere you want. И мы поставим музыку, и я покажу вам очень простое дыхательное упражнение, которое вы можете где угодно делать. And why we work with the breath is because the breath is always in the present moment. И почему мы работаем с дыханием? Потому что дыхание всегда в настоящем. So you take your hands here to start. И вот мы так помещаем ладошки. And you bring attention to your heart chakra. И привносим внимание в сердечную чакру. Feeling your body expand on the in-breath. И мы просто дышим, чувствуем расширение тела на вдохе. Just bring your whole attention to your heart and to the breath in your chest. И мы переносим все наше внимание в сердце и дыхание в область груди. And you gather your energy inward. You take all the energy from outside, you bring it in. И вы собираете всю вашу энергию внутрь, вы собираете всю вашу энергию извне и внутрь. Every leaf, every flower, and every blade of grass into your heart. Oh, we are one. On your in-breath now, you just let your head move backwards a bit. И на вдохе мы позволяем голове немножко назад отклоняться. Then breathe out, head down.
И на выдохе голову опускаем вперед к груди. When your head comes to your heart, it's like you surrender the thoughts and just move into the openness of the heart. И когда ваша голова склоняется к груди, это означает, что вы сдаёте ваши мысли и приоритет отдаёте сердцу. Just stay with your consciousness following the breath. So we'll do it again. И мы делаем это снова. Ваше сознание следует за дыханием. Don't rush. Slow. Не торопитесь, делайте это медленно. And when you come back down, imagine that your mind falls into your heart and expands, that the thoughts are absorbed into the heart. И когда ваш подбородок идет к груди, прямо представляете, как ваш ум, как ваши мысли растворяются, ваш ум поглощается сердцем. As your head falls into your heart, just feel that moment of silence, of just silence. И когда ваш подбородок касается груди, почувствуйте это ощущение тишины. And that attention moving into the heart. И что внимание движется внутрь, в сердце. We make it a little bigger now, we use the hands. Теперь мы расширяем движение и подключаем руки. И мы раскрываем переднюю часть шеи. И на выдохе груди. И наша голова прям тает в сердце. Just keep doing it. I just make sure the music is right. Yeah, the music is fine. И мы продолжаем это делать. Feeling you dare to open your heart. И прямо вы отваживаетесь раскрыть свое сердце. Feel this softness in the heart. This melting, this quality of openness in the heart. И чувствуйте эту мягкость сердца. Вот это качество, что все тает, все очень мягко. This tantra is a place where you don't protect yourself, you don't defend your heart. А пространство, тантра — это пространство, в котором вы не защищаете себя, вы не строите защиты вокруг своего сердца. Where your heart opens, где ваше сердце раскрывается and expands. И расширяется. Feel that gentle openness of your own heart, because if you don't know your own heart, you really can't move into tantra. It's not a performance. И действительно чувствуйте эту мягкость вашего собственного сердца, его открытость, потому что если вы не в контакте со своим собственным сердцем, вы не можете двигаться в тантру. Это будет просто представление.
And then feel that your heart carries the whole energy of the universe. And that is what you are bowing. И чувствуйте, как ваше сердце содержит в себе всю энергию Вселенной. И это то, что у вас внутри, это то, чем вы являетесь. И вы видите, как вы входите в это вселенское сознание, и на этом мы будем заканчивать и сложим ладошки в намасте. We bow to the universal consciousness of Shiva and Shakti. И поклонимся вселенскому сознанию Шивы и Шакти. Okay, is that? I take the music off. И я выключу потихоньку музыку. Огромное спасибо. Thank you so much. It was lovely, wasn't it? Это было очень мило, очень чудесно, не правда ли? Было прекрасно, у меня пошло большое расслабление в теле, и спокойствие, стало уходить напряжение. It was really a wonderful experience. I felt much more relaxation in the body, much more calmness and tension going away. Excellent. You're a natural tantrika. Вы тоже можете поделиться, как для вас. Отлично. Ирина, вы прирожденная тантристка. У меня есть большой интерес к тантре, и я психотерапевт, и по моему глубокому убеждению, что психотерапия — это любовь, это акт любви, это акт восстановления здоровой взаимосвязи любви с собой, с другими людьми и с миром. Yes, it's resonating. Also, I'm psychotherapist, and for me, psychotherapy is love, and you know, restoring the connection with yourself, with the world, with other people, with lots of love. И, возможно, это одна из форм древней тантры, одна из современных форм древней тантры. Maybe that's also one of the modern forms of Asian tantra. Maybe. There's so much to say. One day we'll do a talk on psychotherapy. Excellent. Да, очень можно, может быть, да, много можно тут говорить. Может быть, однажды мы проведем эфир про психотерапию. Это будет so do we end there? Would be great. I want to thank all the listeners. Да, ну, будем заканчивать. Я поблагодарю наших слушателей. Спасибо, что были с нами. We hope you got something. Очень надеемся, что вы с этого эфира для себя что-то получили. На завтра у Васумати начинается цикл онлайн. Я думаю, что к этому циклу еще можно присоединиться. Вот да. Организатор, собственно, наша Ольга Добродей, переводчик. Да. У нас будет, у нас еще завтра можно присоединиться к циклу занятий с Васумати на тему отношений. Если интересно, можно написать мне в личку на Фейсбуке, я все подробности вышлю. Wonderful. Спасибо большое. Я благодарю Васумати. I hope to meet you again. All right, so you'll say leave. Okay, thank you. Большое спасибо нашим дорогим слушателям. И ровно через неделю у нас будет еще один представитель Великобритании, Беверли А. Порт, и мы будем говорить о холистической арт-терапии. До встречи! Mm-hmm.